сможете угадать, какое из этих утверждений верное. Итак, вот они. Трава зеленая, небо голубое, посреди Аляски есть пустыня. Ну как? Какое верное? Трава не только зеленая, она бывает самых разных цветов. А из-за того, как атмосфера рассеивает длинный волн света, технически небо фиолетовое, но мы воспринимаем его голубым. Странно, да? Так что здесь верный факт — это то, что посреди Аляски существует пустыня. Но как? Это кажется невозможным. Но приготовьтесь, потому что мы рассмотрим множество природных аномалий, которые на первый взгляд невозможны. Аномалия Аляски. Эх, Аляска. Одно из самых холодных мест, где температура зимой опускается до минус 34 градусов Цельсия. Большая часть штата в зимнее время покрыта ледниками и снегом, но одно место не подчиняется правилам. В национальном парке Кобук-Вэлли на северо-западе Аляски есть одна странная особенность. Там 20 500 акров или 15 000 футбольных полей занимают песчаные дюны. Да, дюны, которые обычно есть в жарких пустынях, а не на холодной Аляске. Впрочем, дюны также образуются у пляжей, когда прибрежные ветры уносят песок вглубь суши и его задерживают растения. Но песчаные дюны Кабука находятся в 13 километрах от побережья. Оказывается, они появились из-за геологического явления, произошедшего в последний ледниковый период 10 тысяч лет назад. Когда ледники здесь таяли, глыбы льда обрушились на скалы, которые они покрывали, постепенно измельчая их до мелкого песка. Со временем сильные ветры нанесли песок в Кобук-Вэлли. И здесь, под прикрытием соседних гор Берт и Уоринг, образовались гигантские дюны, подарив Аляске собственную пустыню. Око Земли. Хотя мало кто ожидает увидеть песчаный ландшафт посреди морозной дикой местности Аляски, этого нельзя сказать о Мавритании. Ведь эта страна, расположенная на северо-западе Африки, на 75% состоит из пустыни. Однако пустынный пейзаж нарушает необычное образование. Рядом с Уаданом в центре Мавритании находится любопытный объект, известный как структура Ришат. Она протянулась на целых 40 километров, и ее можно увидеть из космоса. Если смотреть на нее оттуда, она напоминает гигантский глаз. Ее прозвали «глазом Сахары». Но хотя сверху это выглядит круто, есть что-то пугающее в огромном глазу, который выглядывает из-под земли. Сначала считалось, что это след от удара. Вмятина на поверхности, которую оставил крупный метеорит. А сторонники теории заговора верят, что здесь находилась затерянная Атлантида, которая, согласно Платону, располагалась концентрическими кольцами. Мне бы хотелось, чтобы мы нашли Атлантиду, но есть другая теория, которая объясняет образование глаза более логично. Скорее всего, структура Ришат образовалась из-за извержений вулкана, которые подняли землю вокруг глаза миллионы лет назад. Когда извержения прекратились, ветер и вода стерли вулкан, и структура обрушилась внутрь и распалась, оставив круглые кольца. Это основная теория, но точно никто не знает. Я все же больше доверяю ученым и геологам, а не любителям заговоров в шапочках из фольги. А как думаете вы? Если вы считаете, что глаз — это и правда Атлантида, то лайкните видео, а если согласны со мной, то подпишитесь на канал. Готово. Отлично. Что у нас там дальше? Лесное озеро. Национальный парк Кальсайские озера в Казахстане — это собрание живописных озер и захватывающих дух долин. Но одно озеро прославилось не столько своей красотой, сколько необычным видом. Как и в других водоемах парка, в 400-метровом озере Каинды кристально чистая вода. Но в нем есть кое-что еще. Не трите глаза, это действительно деревья, стоящие в воде. Точнее, целый лес. Но как лес может вырасти в озере? В 1911 году землетрясение вызвало оползень, который перекрыл ущелье, создав естественную плотину. Вскоре здесь собралась вода из протекающей рядом реки Каинды и получилось озеро. Но внутри плотины также находился лес, поэтому когда она наполнилась водой на 30 метров, лес оказался в ней. Так образовалось буквально лесное озеро. Надеюсь, деревья простоят долго, потому что это потрясающе. Водное чудо. В 17 тысячах километрах от Кальсайских озер Казахстана находится озеро Каше-2, ледниковый водоем в Патагонском регионе на юге Чили. На первый взгляд можно подумать, что это вполне обычное озеро. Однако 31 марта 2012 года очевидцы с удивлением увидели, что водоем на 5 квадратных километров исчез. Но как такое возможно?
Средняя температура в марте здесь 16 градусов, так что вода не могла испариться из-за жары. Что еще удивительнее, это не первый раз, когда каше 2 исчезло. Оно пропало за 2 месяца до этого. А в течение 5 лет до марта 2012 года оно исчезало 10 раз. Кто или что крало и уносило миллионы литров воды? К счастью, этому явлению есть нормальное объяснение. Когда температура в Патагонии поднимается чуть выше нормы, это приводит к таянию ледника Колония, служащего плотиной для озера Каше-2. И когда ледник ослабевает, вода просачивается через него. Таким образом, где-то 200 тысяч кубометров воды вытекло из озера и направилось вниз по течению в реку Бейкер, оставив Каше-2 сухим. Я и не знал, что озера могут протекать. Розовая загадка. Нельзя завершить путешествие по причудливым озерам, не остановившись на Мидл-Айленде на побережье Западной Австралии. Там находится озеро Хиллиер, водоем, который получил известность благодаря красивому виду. Его длина составляет 600 метров, и оно окружено песчаной каймой и густым лесом, но его выделяет ярко-розовая вода. Хотя это похоже на декорации для фильма о Барби, такой цвет обусловлен очень высокой концентрацией соли в воде. Это создает среду, неблагоприятную для большинства форм жизни, но не для всех. Научный анализ показал, что в озере обитает почти 500 экстремофилов, то есть организмов, любящих экстремальные условия. Многие из них, такие как фиолетовые сернистые бактерии и красные донелиеллы солоноводные, придают озеру розовый оттенок. Так что, несмотря на неестественный цвет, в нем можно плавать. Главное не глотать воду, чтобы не набить рот солью и водорослями. Это не Барби, а Барби. Горные странности. Еще одна достопримечательность Океании в Тасмановом море – это гора Таранаки. Этот спящий стратовулкан – вторая по высоте вершина на северном острове Новой Зеландии. Его высота 2518 метров. Но его примечательность заключается не во внушительном размере. Чтобы понять, в чем странность горы Таранаки, нужно посмотреть на нее сверху. Если пролететь на ней, то можно увидеть, что она окружена почти идеальным кругом из деревьев. Но не нужно думать, что Северный остров – это какой-то лагерь пришельцев. На самом деле круг появился из-за вмешательства людей. В 19 веке 10-километровую зону рядом с вулканом объявили охраняемым заповедником. Теперь это национальный парк Эгмонт. В последующие годы территория, прилегающая к границе парка, использовалась в качестве пастбищ. Это изменило растительность, и большая часть леса, окружающего заповедник, была вырублена для сельскохозяйственных целей. Эти фермеры не подозревали, что создают один из самых приятных спутниковых снимков в мире. Землетрясение с огоньком. Любой, кто пережил землетрясение, скажет, что это поистине ужасающее и буквально потрясающее явление. Но в 2021 году во время землетрясения магнитудой выше 7 баллов жители Мехико пережили не только тряску. Небо осветилось яркими вспышками. Похоже на жуткое невезение, когда и землетрясение, и молния случились одновременно, но это не молния. Это явление называется огни землетрясения. За последние годы их замечали во время землетрясений в Китае, Японии и Новой Зеландии. Любители шапочек из фольги предположили, что они вызваны зелеными человечками в НЛО. Но, скорее всего, эти огни появляются из-за выброса энергии во время землетрясения. Такие выбросы во время землетрясения ионизируют воздушное пространство над землей, создавая яркий свет. Согласно другой теории, пьезоэлектричество вызывает эти огни. Это процесс, при котором кварц, содержащие породы, при напряжении генерируют заряд. Когда землетрясение разрушает породы в земле, эти электрические заряды поднимаются к поверхности и ионизируют воздух, создавая огни. А может, это просто результат трения камней в зоне разлома, когда тепла столько, что свечение видно на поверхности. Но никто не знает точно, что их вызывает, и даже у сторонников теории заговора есть шанс. Молния ударяет дважды. Каждый год тысячи туристов приезжают в район, где река Кататумба впадает в озеро в Маракайбо на северном гребне Венесуэлы, чтобы полюбоваться грозами. Подумаешь, кто из нас не видел гроз? Вот только здесь небо прорезает не одна скромная молния. Примерно половину ночей в году происходит в среднем 28 ударов в минуту. И так до 9 часов. Это метеорологическое явление грозы Кататумба. В этом регионе сверкает свыше 1,5 миллиона молний каждый год. Неудивительно, что его назвали местом с самой высокой концентрацией молний во всем мире. Но остается вопрос, как так?
Раньше ученые предполагали, что грозы могут быть вызваны отложениями урана в земле, которые привлекали молнии. По другой теории, метан из болот и огромные залежи нефти в этом районе стали причиной такой странной погоды. И только в 2015 году ученые выяснили истинную причину бесконечных молний Маракайбо. Озеро окружено горами, которые удерживают теплые ветры с Карибского моря. Они сталкиваются с прохладным воздухом, спускающимся с горных вершин, поднимая воздух и таким образом создавая этакий конвейер из нескончаемых грозовых туч. Поразительное зрелище! Облачная радуга. В 22 году жители Хайкоу на юге Китая сильно удивились, когда над ними проплыло нечто величественное. Хотя это может показаться большим шаром флуоресцентной сахарной ваты, на самом деле это облако, точнее два. Этот крупный пушистый шар посередине – кучевое облако. Привычное нам, мы все его рисовали в детстве. Но здесь примечательно радужное кольцо, которое его окружает. Это облако Пилеус. И оно образуется, когда воздух вокруг кучевого облака поднимается так быстро, что конденсируется в такую форму. А цвета вызваны тем, что когда свет проходит сквозь облака, он сталкивается с капельками воды, преломляя лучи в разные цвета радуги. Хотя эти облака выглядят потрясающе, ими вряд ли получится наслаждаться долго. Обычно они живут несколько минут, а потом кучевое облако их поглощает. А радужные цвета появляются только когда свет попадает на облака под правильным углом. Тот, кто увидел это, должен быть на седьмом небе от счастья. Конические облака. Если вы думали, что тот разноцветный шар необычный, посмотрите на это облако. Похожие на НЛО пушистые объекты известны как лентикулярные облака. Они настолько похожи на летающие тарелки, что это одно из главных объяснений якобы НЛО. Любопытные образования появляются, когда препятствие, например, гора, заставляет воздух подниматься подобно ряби в воде. Это вызывает волнообразное движение воздушного потока, воздух охлаждается на вершине горы и образует линзообразное облако, как на Ключевской сопке в России. Но завораживает не только форма этих явлений. Обычно ветер гонит облака по небу, но лентикулярные облака часто остаются на одном месте. Но почти. На самом деле облака постоянно изменяются. Поток влажного воздуха с наветренной стороны горы пополняет его, а сухой воздух, стекающий с подветренной стороны, его рассеивает. Если воздушные облака стабильны, процесс такой плавный, что кажется, будто облако вообще не меняется. Очень завораживающее явление. Животный дождь. Лентикулярные облака – не единственное явление, которое привлекло внимание к небу. В июне 2005 года жители Аджацы, города в Сербии, удивились и немного испугались, когда с неба упали сотни странных зеленых капель. Но когда они присмотрелись, то увидели, что у загадочных капель есть конечности. Оказалось, дождь был из лягушек. Хотя это похоже на сюжет странного фильма, такое происходит чаще, чем вы думаете. В 21 веке бывали случаи лягушачьего дождя в Японии, Венгрии и Уругвае. Также известно о змеях, пауках, птицах и даже рыбах, падающих с неба. В чем причина таких дождей из разных животных? Все дело в водяном смерче. Это почти как торнадо, но образуется над водоемом. Как и торнадо, смерчи состоят из центрального вихря низкого давления с воронкой восходящих потоков, скорость которых может превышать 181 км в час. Благодаря этому центральный вихрь может стать таким мощным, что поднимает животных. Они взмывают в небо, а потом, когда смерч ударяется о поверхности и стекает, невольные пассажиры падают на землю. Дождь из кошек и собак – это скучно, дождь из змей и лягушек круче. Зловещий дождь. Полагаю, увидеть настоящий дождь из лягушек и рыб было бы неприятно, но это не сравнится с тем, что однажды увидели жители Кералы на юге Индии. Дело в том, что с июля по сентябрь 2001 года в регионе проходили сильные ливни. Но не из воды, а из крови. Но это выглядело как кровь. В каждых 2,5 сантиметрах дождя было более 220 миллионов красных частиц. Физик Годфри Луис собрал образцы и, изучив их под микроскопом, выяснил, что в них нет песка или пыли. Дождь был наполнен красными клетками. Что еще более странно, в этих клетках не было следов ДНК, что исключало биологические организмы. Значит, это не кровь. Луис предположил, что эти клетки могли быть инопланетными. По его мнению, возможно, они были родом с кометы, которая распалась в верхних слоях атмосферы и засеяла облака, и красные клетки опустились на Землю.
Звучит убедительно, но это не объясняет, как остатки кометы падали в одном регионе 2 месяца, и при этом на них не влиял ветер. Изучение красного дождя, проведенное исследовательским центром Кералы, выявило другую причину. Там выяснили, что частицы, вероятно, были спорами. Если точнее, они принадлежали оранжевой водоросли Трентополия. Возможно, обильное цветение переносимых по воздуху спор в Керале, смешанное с облаками, привело к красному дождю. Хотя это не самое увлекательное объяснение, я предпочитаю, чтобы это были споры, а не кровь. Ледяное цунами. В 19 году в канадской провинции Онтарио очевидцы на берегу озера Эри были поражены, увидев надвигающееся цунами. Но оно не состояло из высокой волны, точнее, не водной волны. Нет, к берегу приближалось ледяное цунами. Озеро Эри покрывало 13,5 миллиардов тонн льда. И внезапно он двинулся к побережью, скапливаясь в волны, достигавшие 12 метров. Представьте, каково смотреть на волну из-за льда размером с 4-этажный дом, которая движется на вас. В чем была причина этого леденящего душу явления? Обычно цунами возникает, когда землетрясение приводит в движение большие волны. Ледяные цунами вызываются силой течений, но не из-за подводных землетрясений. Когда температура поднимается, льдины на озере разламываются. Затем, если усиливается ветер, сильные волны вытаскивают куски льда на берег. Когда весь этот лед достигает суши, сила волн, ветра и миллиардов тонн льдин позади заставляют его скапливаться в гигантские горы. А если лед движется быстро, он может даже прорваться на берег, повредив деревья и поглотив небольшие здания. Хоть и завораживает, я бы там не задерживался. Я не очень большой. Холм страха. Благодаря более тропическому климату Флорида не подвержена выбросам льда на берег. Но это не значит, что там нет собственных странных явлений природы. Одна дорога во Флориде получила название «Холм призраков». Можно подумать, что там привидения, но нет. Этот холм так назвали, потому что он не подчиняется гравитации. Каким-то чудом машина, стоящая на нейтралке у подножья холма, как будто катится вверх задом наперед. Хоть мне и хочется верить, что здесь обитает тянущий машины призрак, это странное явление на самом деле вызвано оптической иллюзией. Это один из многих гравитационных холмов, которые есть повсюду. Окружающая такие холмы местность создает оптическую иллюзию, из-за чего небольшой спуск кажется подъемом в гору. То есть машина на нейтралке как будто катится по холму против гравитации, но вообще-то она едет вниз. Подождите, как может казаться, что дорога идет в гору, когда все наоборот? У всех гравитационных холмов есть общая черта. Горизонт изогнут или скрыт из виду. Горизонты дают нам ориентир для определения уклона. Если дорога окружена деревьями, а не зданиями, то у нас нет надежного ориентира, чтобы оценить высоту холма. И мы можем воспринимать дорогу как подъем, хотя на самом деле это спуск. То есть объекты все равно катятся вниз под действием гравитации. Ох, у меня заболели глаза и мозг. Невозможный валун. Гравитационные холмы — не единственное явление, которое как будто игнорирует законы физики. В густом лесу Руоколахти на юго-востоке Финляндии стоит валун длиной 7 метров и весом 550 тонн — Кум-Макиви. Но большой валун посреди финского леса — это не так уж и необычно, правда? Однако, если посмотреть под камень, можно увидеть, что он стоит не на земле, а на другом камне поменьше. Хотя это и похоже на очередной фотошоп, такое редкое явление реально. Вопрос в том, как этот странно расположенный валун сохранял равновесие на протяжении 12 тысяч лет. Согласно финскому фольклору, великаны или тролли затащили его в лес и установили на постамент. Геологи предложили другую версию. Считается, что большой валун был перенесен на это место таянием ледников около 12 тысяч лет назад и остался на вершине нижней скалы, когда лед полностью растаял. Но это не объясняет, как он остался в идеальном равновесии. Несмотря на то, как он выглядит, нижний камень достаточно большой, чтобы быть основой для валуна. Еще у Кум-Макиви низкий центр тяжести, и его ширина больше высоты, что усиливает стабильность всей структуры. И, возможно, со временем место, где соприкасаются два камня, стерлось, и они соединились. Мне все равно, насколько устойчив Кум-Макиви. Я не собираюсь позировать под балансирующим валуном весом 0,5 тонны. Загадочный конус. На многие километры в юго-восточной Сибири преобладают зеленые леса. Но в какой-то момент можно повстречать этот холм, полностью сложенный из известняковых блоков.
Он простирается на 160 метров и возвышается на 40 метров. Это означает, что он как минимум в 3 раза крупнее Олимпийского бассейна, а в высоту примерно такой же, как 10-этажное здание. Это Потомский кратер. С момента открытия в 49 году ученые гадали, как именно он появился в лесу. Некоторые считают, что кратер образовался из-за метеорита, который исчез под землей. Однако никаких фрагментов метеорита в этом районе не находили. Конусообразная форма вершины навела других на мысли, что это шлаковый конус вулкана. Однако вулканический материал в этой области тоже не нашли. Есть еще более странная теория, что когда-то здесь проводили ядерные эксперименты. В холодную войну число секретных ядерных полигонов возросло. Может, Потомский кратер появился из-за ядерной бомбы? По форме и размеру он и правда похож на кратеры, которые остаются от подземных ядерных испытаний. Что вы думаете? Метеорит? Вулкан? Бомба? Или у вас есть своя теория? Поделитесь мнениями в комментариях. Змеиный камень. Кстати, о редких камнях. Заглянем в национальный парк Пхуланка. Это невероятно красивое место на востоке Таиланда, известно своими водопадами, ручьями и цветами. Но есть еще кое-что более пугающее. И оно привлекает к себе множество туристов. Среди густой листвы скрывается пещера Нака, в которой скала имеет поверхность, похожую на чешую змеи. А еще там есть большие камни, которые выглядят как голова питона. Некоторые считают, что это не камни, а останки древней гигантской змеи. Может, титана боа? Эти 13-метровые змеи весом больше тонны ползали по земле где-то 60 миллионов лет назад. Но потом они вымерли из-за похолодания. Но так считалось. Может, эта титана боа не погибла в ледниковый период, а умерла от извержения вулкана, и пепел сохранил ее тело на миллионы лет? Звучит неправдоподобно, но сохранившиеся тела находили в местах известных извержений вулканов, например, в Помпеях. В буддийском фольклоре гигантская змеиная скала в Пхуланка имеет собственное название Нага. Это полузмея-получеловек, обитающий в подземном мире. По легенде, река Меконг, протекающая рядом, была создана 2 царями Нага, жившими здесь. Кто знает, может, это и правда Нага, который застыл в вечном сне? За многие годы в интернете появились заявления о том, что камень сдвинулся, и что на самом деле он живой. Но это фото сделано не в Таиланде, а в парке в Лаосе, в 300 с лишним километрах от национального парка Пхуланка. То есть, возможно, есть 2 окаменевшие гигантские змеи, а не одна? Но геологи утверждают, что это не останки титана боа или нага, а просто потрескавшиеся камни, которым больше 100 000 лет. Перепады температуры ночью и днем заставляли камни сжиматься и расширяться снова и снова, и в итоге они треснули. Со временем вода размыла края трещин, в результате чего они стали гладкими, как чешуя змеи. Хотел бы я выглядеть так же гладко в свои 100 000 лет. Какие из этих аномалий удивили вас больше всего? И видели ли вы какие-нибудь из них своими глазами? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!